Всем привет, меня зовут Юля. Я не являюсь профессиональным аквариумистом, я любитель. Аквариум у меня достаточно давно, уже лет 18. Я занимаюсь тем, что, так скажем, украшаю свой дом аквариумами. Люблю цихлид. У меня постоянно были классические цихлиды, и вот буквально полгода назад я решила перейти на, во-первых, купить новый аквариум, который сейчас 150 литров, и, естественно, завести новых рыбок, и решила остановить свой выбор на маленьких цихлидках, да, то есть на карликовых цихлидах. И для себя открыла магазин Aquas, расскажу, чем привлекли, чем понравились. Значит, в первую очередь для меня важно качество консультации менеджеров, с которыми я работала, да, коллеги из Aquas всегда с достаточно большой душой и рвением рассказывали о рыбках, да, то есть консультировали о всех преимуществах рыбок, и, соответственно, я свой выбор остановила на какаду оранж. Это очень красивые рыбы, я сейчас вам покажу обязательно в более детальном формате. Хорошенькие, симпатичные рыбы с рыженькими хвостиками. Первую партию я заказала, так как аквариум новый, я решила рыб заселять частями. Первую часть я заселила порядка 2 месяцев назад, они уже подросли, вас сейчас познакомлю с рыбами обязательно. Значит, и вот вчера заказала вторую партию рыб. Значит, про рыб компания Aquas смогу с точностью сказать, что рыбы все здоровы, без каких-либо видимых повреждений, хорошо приживаются. Не пугливые, не зашуганные, это тоже немаловажно. Рыбы коммуникабельные. Давайте познакомимся уже с рыбами, тогда я вам сейчас покажу. Значит, рыбок, да. Вот сам аквариум, вот они рыбы. Сейчас, конечно же, они все разбрелись по кораллам, нашли для себя уютное место, где им нравится больше. Вот они там плавают. Значит, если говорить в целом о еще преимуществах Aquas, да, это не реклама, это, собственно, делюсь своим опытом. Коллеги отвечают быстро. Со сроками поставки не было никаких сложностей и трудностей, да, соответственно, могу с точностью рекомендовать эту компанию. Ну, и знаю, что сама в следующий раз, когда буду заводить новый аквариум, а у меня есть уже аквариум, мне просто нужно его подготовить, обязательно обращусь в компанию Aquas для того, чтобы привезли новых рыбок. Думаю, что это будут также карликовые цихлиды. А так, всем успехов в разведении рыбок, в получении удовольствия от аквариумов, и коллегам из Aquas тоже большой привет и успехов в развитии бизнеса, потому что чувствуется, что для них рыбки — это не просто бизнес, действительно, это то дело, в которое они вкладывают душу. Всем успехов, всем пока!